на нем видны морщины. Зато могла без красоты понравиться мужчине. В пустой своей квартире любит наводить порядок, обжорно примеряя свежие наряды. Грубый портрет неудачного поклонника пылился в комнате у подоконника. Созвала гостей, потом с морозным равнодушием спрятала картину, чтобы не обнаружили каждого, кто пожалует встречать хлебосольно. Благоговенный лик является левосвоином. Ее друзья требуют особых отношений, бессовестно желая сидеть на ее шее с горой немытой посуды. После прощания наедине с карикатурой, убранной ранее, от нерешенной тяжбы приняла вид усталый. Но надо жить по-новому, пренебрегая старым. Почему бы и нет, возьму и напишу свой автопортрет. Будет шедевр, чувствую, а может быть и нет, но все равно попробую, шагнуть ведь должен творческой дорогою. Хватит уже тратить время попусту, лаская камень душе, пора изображать мазками свою физиономию, нестриженную, без носа, полупарализованную, униженно и грозно. Взял карандаш, ластик, выхлопные краски, это надо отметить, да только нет шампанского. Перед лицом поставил зеркало, стою чумазый, бояться некого, приступаю мазать. И вот портрет готов по виду близкий мне. Первый блин может комом, зато искренний. Подарю его любимой и подпишу без натиска: не забывай меня, твой Семипалатинск. Схоже с благом, да обмана, 40 лет небесной маны на тебе.